Теперь сделаем массивы стоек. Массивы мы также потом передадим в сборку. Для этого. Ну, сделаем массив по направлению. По оси Z в другом направлении. Пока поставлю просто 300. Затем через уравнение зададим массив так, чтобы он равномерно распределялся по всей длине цилиндра. Для этого выберем в дереве модели массив, ну и первое наше вытягивание. Первое вытягивание показывает только диаметр, значит выберем плоскости, до которых она вытягивается. В данном случае шаг массива равняется длина цилиндра, а это у нас два размера, смещение плоскости, разделить на количество стоек минус 1. Выбираем вот эти P89 вытягивание минус 1. Ну, проверяем. В длине общей еще отминусуем толщину стойки. Минус, выберем вот это вытягивание. Размер толщины. Минус D62. То же самое со второй стойкой. Сделаем массив, но здесь уже будет два компонента. Опять же, в другом направлении. Здесь шаг в уравнениях уже будет другой. D91 равняется D17 на 2, это длина нашего цилиндра, плюс еще смещение одной плоскости, плюс смещение другой плоскости, минус толщина самой вот этой стойки. Все, вписались.